Движение «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова признано экстремистским и запрещено в Казахстане. Сам Аблязов после хищения вкладов казахстанцев находится в бегах. Цель группировки – насильственный захват власти и политический переворот в стране. Подобно группировкам ИГИЛ, Аль-Каида, Arm of the Lord и фашистам, ДВК предоставляет ложную информацию и пропагандирует идеи насильственного свержения законной власти. Украина, Сирия, Египет, Ливия, кровавые революции и войны в этих странах начались заявлений, подобных выступлениям активистов ДВК. Каждый, кто поддерживает Аблязова, становится невольным соучастником преступления. Финансовая помощь, распространение информации, участие в массовых мероприятиях и поддержка в социальных сетях – все это приближает нас на шаг к странам, захваченным террористами. Уголовное преследование грозит всем активистам. Гражданам, состоящим в сообществах, группах и чатах ДВК, рекомендовано срочно покинуть их.